За вывеской кафе у мангала столб дыма. И это не процесс приготовления кавказских блюд. Рядом с мусорными контейнерами предприимчивый хозяин решил таким способом избавиться от мусора и опавшей листвы. Едкий запах гари разлетелся на несколько сотен метров от кафе. Между тем, сжигание листвы и отходов наносит вред здоровью людей. Дым содержит целый ряд вредных веществ, которые выделяются при сжигании собранной травы и листвы. В дыме костров количество загрязняющих веществ в 200-300 раз превышает допустимые концентрации. А если в кучу опавших листьев попадет полиэтиленовый пакет или другой бытовой мусор, то при горении образуется более 70 различных опасных веществ. За нарушение правил благоустройства на хозяина заведения был составлен протокол за сжигание листвы и бытового мусора на прилегающей территории. Для физических лиц штраф составляет от 1000 рублей, а вот для предпринимателей сумма возрастает в десятки раз. Нерадивых граждан, сжигающих мусор и сухую растительность, будут ждать высокие штрафы.